Наш завод по производству фармацевтических препаратов в Калининграде работает на рынке лекарственных средств более 25 лет. В прошлом году руководство нашего завода решило усовершенствовать процессы на производстве, оптимизировать работу оборудования. На общем собрании по развитию производства ведущий инженер аналитической лаборатории предложил обновить аналитическое и лабораторное оборудование. Используя аналитическое оборудование, следят за показаниями уровня влажности, времени плавления, прозрачности, растворения, параметры твердости, толщины, тягучести. Многие аналитические операции по определению качества сырья, готовых продуктов, мы проводили на устаревшем лабораторном оборудовании, которое часто не обеспечивало показатели поверки. Я работаю на заводе ведущим технологом производства, и мне была, по сути, поставлена задача найти и купить анализатор таяния суппозиторий, который, в принципе, применяется для анализа за процессом таяния суппозиторий. Я приступил к поиску, заранее уточнив необходимые параметры у ведущего инженера аналитической лаборатории. Он предложил выбрать компактный и современный анализатор с возможностью регулирования скорости вращения лопасти. Инженер посоветовал мне обратиться сначала к производителям оборудования. Они предоставляют гарантийное обслуживание, чертежи, инструкции по эксплуатации, осуществляют установку производимой техники. Я последовал его совету. Выбрал в интернете одну компанию в Италии по производству фармацевтического оборудования, зашел к ним на сайт и написал письмо, в котором указал желаемые параметры и возможности аппарата. Конкретную машину я не указывал, хотел посмотреть, что они смогут мне предложить. Через неделю я получил ответ, что анализаторов таяния они не производят, однако могут разработать и произвести ее, по желанию заказчика, к концу следующего года. Для нас, иначе говоря, это слишком долго, и я решил поискать еще производителей оборудования. Нашел в интернете компанию из Китая, которая производит анализатор таяния суппозиторий. Позвонил им и уточнил, смогут ли они поставить подобное оборудование. Они ответили, что у них есть такая машина. Менеджер спросила у меня номер телефона и сказала, что перезвонит вечером, когда уточнит у инженера своего предприятия о возможностях автоматического оборудования. Однако вечером она не позвонила. Я связался с ними на следующий день. Менеджер сказала, что передала запрос в конструкторский отдел, и когда будет ответ, она свяжется со мной. Это мне показалось странным. Когда ждать ответа? Сколько ждать ответа? Совершенно не деловой подход к клиенту. После череды неудач, я отказался от самостоятельного поиска анализатора таяния суппозиторий. Потом я вспомнил, что на форуме производителей оборудований для фармацевтической отрасли в Москве я познакомился со специалистом, который, в принципе, занимался подбором и поставкой лабораторного оборудования для производства лекарственных препаратов. Я нашел его визитку и перед тем, как связаться с ним, решил проверить, реально ли он занимается поставкой автоматов для фармацевтической отрасли. Для этого я нашел сайт его компании, внимательно изучил информацию на нем. Мне понравилось, что сайт был современным, представлены видеоролики работы оборудования, много контактов для связи. Еще я заметил, что сайт существует с 2003 года. Компания уже долго работает на рынке поставки оборудования, и это дает основание утверждать, что успешно. Я позвонил менеджеру. Он сказал, что вспомнил меня и был рад услышать снова. Я рассказал, что ищу компактный анализатор таяния суппозиторий с простым управлением. Он предложил вариант автомата, который, в принципе, пользуется популярностью у клиентов и проверен на производстве. Я согласился рассмотреть его. Менеджер прислал на электронную почту мне паспорт, инструкцию по эксплуатации оборудования. Также он предложил осуществить процедуру поставки под ключ. Предложенный вариант оборудования мне понравился, и я согласовал его с руководством. Через неделю мы заключили договор по поставке анализатора таяния. Через 30 дней после заключения договора менеджер позвонил мне и рассказал, что оборудование готово и через неделю осуществит его доставку. Аппарат доставили согласно договору через 30 дней. Оборудование, как я и хотел, было по сути компактным с простыми и удобными элементами управления. Оно состояло из трех резервуаров и трех лопастей, расположенных в одном ряду. Основные части этого анализатора поворачиваются плавно и гибко. Резервуары, а также лопасти сделаны из нержавеющей стали. Оборудование использует систему автоматического контроля температуры инженер лаборатории, и я в том числе, остались довольны предложенным вариантом анализатора таяния.
Я понял, что сделал правильный выбор специалиста для поставки оборудования. Приятно было, по сути, общаться с профессионалом, знающим свое дело.